Один из важных этапов жизни каждого человека является получение первого документа – паспорта. В канун Дня защитника Отечества свои паспорта получили 20 сергиево-посадских школьников. На их лицах читалось и торжественность, и волнение. Сегодня вы получите важный юридический документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Вручение паспортов сегодня мы решили провести в канун празднования Дня защитника Отечества, который отмечают, как вы знаете, 23 февраля. Вы, граждане Российской Федерации, получая документ, теперь обладаете не только своими правами, но и обязанностями. Обязанности у вас на сегодняшний день и на ближайшее время самые простые. Это хорошо учиться, уважать взрослых, быть патриотом своей Родины. Ну и ряд других обязанностей, которые прописаны в Конституции Российской Федерации. Конечно, это очень важно. Сегодня мы проводим это мероприятие в канун праздника Дня защитника Отечества. Сегодня мы пригласили и военкомат, районный совет ветеранов, людей, которые также сказали слова приветствия нашим детям. Это тоже всем запомнится. Я поздравляю ребят, поздравляю их родителей. Мне понравилось, было все торжественно, красиво. Я рада, что получила паспорт. Чувствуешь взрослее себя немного. У меня появились свои права, свои обязанности. Алена Филисеева, Алексей Петров, День города.